И всем-всем привет, ребят! Вы на канале Пипиксель, с вами Костян Андрей, и сегодня мы с вами нарисуем крутое классное сердечко со словом «мама», которое мы можем вырезать и просто подарить. Можно подарить это на день рождения, можно на день матери, можно просто маме подарить и сказать, что я ее люблю. Советую вам всем нарисовать и это, естественно, сделать, потому что мама – это один из самых дорогих нам людей в этом мире. Поэтому погнали скорее же рисовать. Наш рисуночек будет занимать 29 клеток по горизонтали и 24 по вертикали. Поэтому погнали. Также я знаю, что у многих людей нету мамы или нету папы. Есть бабушки, дедушки, и почему бы все равно бы им это не подарить, как знак, что они для вас как мама, да? Берем просто обычный листик с линии в клеточку и ставим здесь 4 клеточки. Даже лучше 5 поставим клеток. Раз, два, три, четыре, пять. Вот так вот 5 клеток ставим. Тут добавляем еще 5 клеточек. Раз, два, три, четыре, пять. Тут теперь ставим 8 клеток. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закрашиваем их. Да, ребята, если вы вдруг за мной не будете успевать, то всегда нажимайте на паузу, дорисовывайте, а потом продолжайте рисовать вместе со мной. Ну, а я, естественно, продолжаю. Тут ставлю одну клеточку еще дополнительно. Тут ставлю еще вторую клеточку дополнительно. Теперь здесь вот отсюда вот ставим раз, два, три. Три клетки, да? И поставим здесь еще так вот две клетки наверх. Получается 5 клеток. Закрашиваем. Тут ставим всего лишь одну клетку. Тут ставим вторую клетку. И в бок пойдет у нас 7 клеток. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 7 клеточек поставили. И 7 клеточек вот так вот закрашиваем. Аккуратненько. Супер. Теперь мы поставим тут одну клеточку. Тут поставим вторую клеточку. И тут поставим целую третью клеточку. Тут наверх пойдет у нас тоже еще раз. Раз, два, две клетки. Одна и вторая. Теперь в бок у нас пойдет целых 5 клеточек. Раз, два, три, четыре, пять. Закрашиваем их, естественно. Так, отлично, есть. Теперь в бок у нас пойдет 2 клеточки. Раз, два. Тут добавляем всего лишь одну клеточку. И на низ пойдет 2 клеточки. Раз, два. Теперь на низ пойдет целых 3 клетки. Раз, два, три. На низ ставим 7 клеток. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот так вот, отличненько. Тут добавляем целых. Раз, два, три, четыре. 4 целых клеточки. Тут теперь добавим раз, два, три. И тут добавим просто 2 клеточки рядом. Отлично. Теперь в бок у нас пойдет 10 клеток. Вот от этой клеточки. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 клеточек поставили и 10 клеточек, естественно, закрашиваем. Вот так вот хорошенечко. Ставим еще 10 клеточек. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отличненько. А отсюда ставим вот от этой клеточки 9 клеток вниз. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Закрашиваем эти клеточки. Вот так вот отличненько, просто. И теперь мы поставим здесь наверх. Отсюда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 клеточек. И тоже их закрасим. Вот так получается. Суперски классно и круто. Теперь мы отсюда вот ставим 1, 2, 3, 4, 5. 5 клеточек. Тут ставим 2 клеточки. Тут ставим 1 клеточку. Тут теперь ставим еще 2 клеточки. Тут теперь ставим 1, 2, 3, 4, 5. Отлично. Закрашиваем. Теперь мы здесь ставим 1, 2, 3, 4. 4 клеточки просто. Тут добавляем всего лишь 1 клетку. И тут ставим 1, 2, 3, 4. И тут ставим всего лишь тоже 1 клетку. Так, получается. А, так, отличненько. Теперь мы здесь переходим на 1 стадию наверх. И ставим тут 1, 2, 3, 4, 5. 5 клеток. Закрашиваем. Здесь добавляем 2 клетки. Здесь ставим всего лишь 1 клетку. И здесь добавляем еще 2 клетки. И теперь ставим, естественно, 5 клеточек. 1, 2, 3, 4, 5. Закрашиваем здесь. Здесь мы снова добавляем 1, 2, 3, 4. Здесь 1 клеточка. И здесь 1, 2, 3, 4. И здесь еще 1 клеточка. Отлично. Слово «мама» написано. И теперь вот отсюда вот ставим 10 клеток. 1 есть. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Закрашиваем. И еще тут пойдет у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. В общем, до конца. Что я считаю, просто до конца рисуем. И все. Вот так вот, суперски. Рутотенчески просто. Можно еще тут добавить вот эти вот буквы, чтобы они были. Теперь, ребята, вы можете закрасить вот этот вот весь этот листик красным цветом. Ой, то есть не листик, а все сердечко красным цветом. Но если вы хотите, чтобы был более такие типа тени и все остальное, возьмите темно-красный цвет или же коричневый цвет.
ну, не сильно, чтобы он был темный. И давайте закрасим сначала по периметру. Здесь сначала тут две клеточки можно закрасить. Здесь закрашиваем сразу 4 клеточки. Вот так вот. И примерно по, давайте по 4 клеточки будем закрашивать. Раз, два, три, четыре. 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 И раз, два, три, четыре. По 4 клеточки вот так вот. Эту часть можно так вот закрасить, и будет супер. Так вот, закрашиваем здесь. Отлично. И здесь мы добавляем всего лишь одну клетку. Здесь мы добавим с вами 2 клетки. Здесь мы добавляем сразу же 3 клетки. Здесь еще 3 клетки. Здесь 1 клетка. И, в принципе, можно еще здесь 2 клеточки добавить. Да, вот так вот будет супер. И теперь все остальное уже именно действительно закрашиваем красным цветом. Поехали. И у нас получается вот такое вот крутотейшее классное сердечко со словом «маму», которое мы можем подарить своей маме или бабушке, к примеру, или еще кому-то, кого вы считаете именно действительно своей мамой. Ну а на этом все, ребята, всем пока, до скорой встречи, всем пока, ребята, всем пока!